Дорогие друзья, только что закончился Крылевском дворце съездов удивительный концерт, посвященный любви, жизни и творчеству человека, с которым связана целая эпоха. Это Николай Николаевич Дроздов. Я думаю, что мы все присоединяемся еще раз с поздравлением в его адрес. Николай Николаевич, живите долго, радуйте нас своим позитивом, радуйте нас своим вдохновением и отношением к жизни. Спасибо, Катя. А ему спасибо за то, что он пришел в Кремлевский дворец раньше, как и съездов, и спел там, и зажег нам, как он умеет, в лучшем виде. А сейчас, дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что сегодня день рождения у нашего друга Степана Менщикова. Степа! Ты далеко здесь, Николай Николаевич? Да, я далеко! Давай, я думаю, что следующую песню мы споем все вместе. Поехали! Не важно. Ты расскажи мне, где ты был, Степа. Ты расскажи мне, что ты говорил в доме два, Степа. Что там вообще происходит, друзья мои? Без меня.